Привет, друзья! Авария произошла 3 января, в 14 часов 45 минут на трассе М8 в Ростовском районе. По предварительной информации, 37-летняя жительница Москвы, находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen Polo, не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с Toyota RAV4. В салоне последней находились трое ярославцев. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель Volkswagen и 47-летняя пассажирка второй машины. Еще два человека, водитель и 8-летний пассажир Toyota, получили травмы и были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Берегите себя и своих близких.